Здравствуйте. Пришла очередная посылочка из Китая. Шла ровно месяц. Сейчас посмотрим, здесь у нас должны быть крючочки. Так. Это как раз мне на мелкого сама. Сейчас проверим по размерам. В принципе, продавец не обманул, все так оно и есть. Размеры соответствуют. Получается 1,65. Самое то. Это мои будут червячные крючочки на сама. Кстати, можете посмотреть, вот такие крючочки я использую для ловли сама. Именно на червя. Максимальный сом на червя, которого я ловил, 25 килограмм. Берем крючочки для джига. Было заявлено длина 46 миллиметров. Оно примерно где-то так и есть. 46 размер. Так, здесь примерно должно быть 1,2. Более точного инструмента у меня нет, так приходится мерить простой линейкой. Но здесь точнее-то и не надо. 1,35. Хотя там стоит 1,2. Непонятно. Но я говорю поточнее бы. Штанген циркуля у меня нету, я поточнее бы замерил. Так, тут примерно написано 1,35, но оно-то где-то, ну, где-то так есть. Так, толщина заявлена 1,5. Здесь толщина 1,3. Ну, это даже еще лучше. Так, насколько каленый, я не знаю. Ну, подкаленный вроде нормально. Будут ломаться. Так, здесь ушко нормальное. Заточка пойдет на пару раз. Джиг на 10,8 грамм пойдет. Брус какая. Броска сразу цепляет. Цена нормальная. У нас все равно дороже. Так, примерное количество также где-то 50 штук. Продавец не обманул. Все отлично. Так что, что заказывал, то и пришло. Если вам интересно, так, номер этой модели крючка 91-751-20. Эти, по мне, 10 грамм оптимально, 12. А так размер, конечно, лучше побольше. До свидания. До новых встреч. Если что интересует, если я где-то не прав, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч. Еще немного об этих крючках. Цена за один крючок получилась примерно около 3 рублей. 3 с копейками. 3,20. У нас такие крючки от 6 и выше. Если
Какую-нибудь фирму брать? Так там вообще зреально еще дороже, раз в 10 или 15. Так что я купил очень дешево. Крючки нормально, никаких нареканий нету. Пробьют губу самый то. Я определяю примерно. Палец проходит, это примерно килограмм 8-12 запросто возьмет. Так и голову он хорошо пробивает. Вытаскивают без проблем. Ни разу они мне не ломались во рту сама. Так, номер заказа, если будете заказывать, сейчас скажу. 82 99 50. Так что рекомендую, не пожалеете. До свидания. Да, еще цена этих джиговых поджиг вышла примерно тоже 3 с копейками. Еще чуть-чуть дешевле на пару копеек. Вот теперь до свидания. Я вам рекомендую этого продавца.